Съемочка. Давай. Это видео? У меня опыта да. Не было. Блять, а хули это да? А что надо сказать? Слава металлу, например, русскому. Тот, именно кто металлу. Слушает металл, тому бог мозгов не дал. Вот и все, блядь. А где курица? Я убрал. Ну да, Вадим мне сейчас пизды даст, потому что он не любит этого. Ему надо пить сейчас. Я боюсь, что Вася может это почить под давлением обстоятельств. Что ты понимаешь, когда на тебя 120 кг ляжет сверху? Тебе не очень приятно будет от этого, мне кажется. Потом в говнарский вестник это придусит. Там как раз и все эти зарубежные замечательные. Да, знаю. Здрасте. Привет. Предконцертный видос. Вот, и поэтому... Смог, он списывался, он там есть. Вообще уверен, что ему там все сказали. Ну, как вам? Ну, честно, ничего не могу сказать. Нет, просто как бы организатор протеста. Самое охуенное это прикинь. Вот как надо ходить на death metal, на black metal. Вот, типа, мы вас всех как бы на рендеру уходили. Чеченский блэк крутой, я тебя скидывал. Я пошел. Чеченский блэк? Чеченский блэк. А, блядь. Да, кстати, есть пара банк. Чеченский блэк. Не, есть. Нет, чеченский блэк есть. Там извиняться не надо потом? Это People Remains, они, кстати, мусульманскую тему прокатывают вначале, знаете, да? Блять, да есть дагестанский блок метал, чеченский блок метал, ну ладно, смотри, смотри. Есть, там есть, сразу если есть, есть, блядь, ну может быть он есть, он вышел, это у нас потом их убили, нет? Может быть. Если блокушники сатанисты, а эти мусульмане, как называют тех, кто... Шайтаны. Шайтанисты, блядь. Ну можно так назвать, наверное. Шатанисты. Кто у них? Шатайны. А, да, если в этом, в христианстве. Шатайны. У тебя вон справа шатайны. Это сатана, блядь. Да, да. И зиму, просто, блядь. Кто против? То в мусульманстве, наверное, шайтан, блядь. Нет, да. Даджал. Ты же был бы это. Дьявол, как в мусульманстве. Даджал. Короче, мы слушаем. Давай, чеченский будет. А ты известный? Чеченский, немецкий. А, немецкий. О! Виталик пришел. Аркан, не слышал? Бля, просто выберешь, слушай. Я просто на скандинавский блэк пришел. Ну, честно, вот просто, может, тут трэш, блядь. Ты сейчас опять власть ударил. Бах. Бах. Да, давненько, конечно, все эти концерты не посещалось. Привет. Заходите, ставьте. Делайте ставки, дети первые. А Бахтер только 1800. На 100 лет будет хуй. Ты не знаю, я Игорь Себастьянович Бах. Семенович Бах. Себастьянович. Там еще в каменном веке были звезды свои. Просто они... Просто